День рождения ассоциируется с гостями, подарками и, конечно же, именинным тортом. Обычно это сладкое лакомство готовят сами виновники торжества, но юбилейный торт на празднование 20-летия телеканала «Видное ТВ» преподнесла в подарок кондитерская фабрика «Клубничка» поселка Измайлово. Торт привезли незадолго до праздника, и всю торжественную часть он скрывался за своим бутафорским собратом. В финале мероприятия торт вывезли на середину сцены, а после угостили всех гостей праздника. Наши кондитеры всегда делают торты с чувством глубокого удовлетворения, потому что они несут праздник людям. Телеканал «Видное ТВ» благодарит кондитерскую фабрику «Клубничка» за столь приятный подарок.